Всем привет, уважаемые подписчики моего канала DSDEVU389. Сегодня я перешел на новый формат. Формат монитора своего ноутбука, который я приобрел недавно. Теперь буду записывать свое прохождение на ноутбуке и заливать их. Все. Нате, получай. Так, первый уровень пройден. Бонус уровень. Представляете себе такую небольшую платформу. Сверху из трех секций падают предметы, а мы должны их побить какой-то типа портала. Это на реакцию, типа бонус. Соберешь все вещи, молодец. Вот так вот. 10 000. Ультра интенсив медитейшн. Защита, жизнь и максимальное здоровье. Далее. Токсичная фабрика. Мы проникаем внутрь, устанавливаем бомбы. У нас есть 1 минута 40 секунд, чтобы сбежать из фабрики. Перемещаемся немного выше и встречаем вот такую вот клешню. Еще немного выше. И такой мостик встречаем. Thank you.
Нас сбивает вот эта хрень сетка, а мы должны ее отбить. А сверху падает потолок. Ну, типа того. Чтобы он нас не раздавил в лепешку. Вот так. Все, три раза идем дальше. И встречаем босса. Не успел чихнуть. И взрывается токсичная фабрика. Есть, уровень пройден. А сейчас уровень, в котором мы должны спасти Джереми, который захватил Лорд Контаминус. Вот он, главный злодей игры. Мы увидим его на последнем уровне. Так. А ну больше трех нельзя. Вот и спасли Джереми. Идем. Типа на масляный завод. Произошел пожар, стекается масло, ну точнее, ой, топливо. А мы должны спасти рабочих. А чтобы спасти рабочих, нужно не душить их. Нам ближе нельзя. Ай. Жизнь. Делаем медитацию. Восстанавливаем здоровье.
У этого уровня есть еще жизнь. Так, защита. Вот он. Идем наверх. Мыши. Встречаем босса. Давай, спасися. Играю я на джойстике. Все. И опять этот же бонус. Тысяч очков, медитация, защита, жизнь, максимальное здоровье. И четвертый уровень. Высокая скорость. Ну, короче, на железной дороге. Повернем. Пойдем вперед.
Ай. Да не, я вперед поверну. Ай. Да чтоб тебя. Так, а вот здесь надо обязательно переключать. Попали. Если вперед проедешь, все, дальше дороги нету. А мы приближаемся к боссу. Уровень пещеры или подземелья. Не отбился. Нервы потеряны, жизнь. Но мы взяли дополнительную жизнь. Все, девятую жизнь заработали. Больше девяти набирать уже нельзя.
Осталось 3 уровня. Сейчас перед нами встретится вот такой вот робот. Довольно легкий. Уже. Итак, входим. Дальше. И сейчас будем встречать двойника Зена. Они в шоке. Да, уже потом. Да, какая-то реакция вообще непонятная. Соединяет свою жизнь и соединяется опять со мной. Только я сейчас не знаю куда. Опа, опа, я. Он не надоел еще? Блин. Как мне это не нравится вообще. Все. Убиваем двойника. И встречаемся с главным боссом этой игры. Лорд Контаминус. Бьем обычным ударом. И будем драться в космосе. Последний бит. Ай. Десять процентов. Главное, чтобы не сделать 100. Все. Игра Zen Intergalactic Ninja пройден. Ну вот финальная заставка.
Орд Контаминус был повержен. Ну что ж, на этом все. Я завершаю свое прохождение игры. Спасибо за внимание. С вами был DSDevil389. До новых встреч. Увидимся на этом канале.